Мы на одной из ключевых площадок науки 0+, в фундаментальной библиотеке МГУ. Здесь можно поучаствовать в научных экспериментах, только в игровом формате. Например, поиграть в необычную монополию, где вместо стандартных фишек – бактерии. И пока ребенок проходит по этому полю, он узнает о самых разных микроорганизмах, о их местообитаниях, о их метаболизме. А на медицинском стенде можно потренироваться на настоящем манекене. На точно таком же начинающие врачи пробуют проводить сердечно-легочную реанимацию. Со мной Йосер. Он студент факультета фундаментальной медицины МГУ. И сейчас мы будем вместе пробовать проводить сердечно-легочную реанимацию. Мы, получается, ищем точку, где начинается мягкий живот, отступаем два пальца и кладем сюда основную часть ладони. Скрещиваем пальцы, выпрямляемся под 90 градусов и делаем... Перемещаясь между стендами фундаментальной библиотеки, можно встретить животных, правда, электронных. Это Фиолент II. Его запрограммировал 10-классник Никита, а создали студенты из МИСИСа. Наверное, с таким котом и аллергия не страшна. На науке 0+, можно окунуться в виртуальную реальность. С помощью VR-очков можно оказаться на старинном пивоваренном заводе, в кабинете Менделеева и поучаствовать там в опытах, а также на Марсе. В общем, каждый точно найдет себе приключение по душе. Мария Толмачева, Ростислав Жемчужнов, Маховая 9.